Тут обычные две вещи классические. Первое – это спасение от депрессии. Вещизм – это очень сильный антидепрессант. Второй – очень много знакомых моей жены. Просто у меня большая часть моих клиентов и моих студентов – это студентки и клиентки. Вот. И для них поход в магазин и покупка каких-либо предметов гардероба или украшений – это просто отдых от повседневных обязанностей, от стрессов. Пришла в магазин, купила две вещи, расслабилась, отдохнула, ушла домой. Часто эти гардеробы достигают каких-то безумных абсолютно размеров. Иногда вещи передаются после там, подрастающим детям, родственникам и просто знакомым, ни разу не использованные. Вот. Но это никого не волнует, не беспокоит, потому что эти самые вещи свою главную роль исполнили. На них полюбовались, взяли в магазин, унесли, положили в шкаф. Гардеробы невозможны, они разрастаются. Это безумие абсолютное, но это спасение от, собственно, давящей среды города, а Москва город очень тяжелый. А второе, это, собственно, другой очень важный момент, это все равно все мы выросли. Но мы, мое поколение, те, кто там лет на 10 младше, все равно мы выросли в среде, где было две майки, одни штаны и чудовищные кеды совершенно, которые неудобно носить. И желание жить по-другому, оно сидит в подсознании. Не так, как в Европе, но жить совершенно по-другому, не отказывать себе ни в чем, тоже, естественно, сказывается. Вот.